Добрый вечер всем. Хочу вам показать плед, который я связала 3D узором. Я долго искала в интернете узор крючком, который позволит мне использовать все остатки пряжи, которые у меня накопились. Этим узором можно вязать пледы, покрывала, диванные подушки, коврики и вообще многое другое, ну, на что хватает фантазии. А самое главное – это утилизация накопившихся остатков пряжи. Узор очень простой. Вяжется крючком, столбиками без накида. И вяжется он только лицевыми рядами. Изнаночных рядов нет. Каждый ряд начинается заново. Узор я описывать не буду, так как я вязала по мастер-классу ОК Саша ДВ, где она очень хорошо объясняет технику этого узора. Очень доступно, быстро, без лишних слов. Спасибо Саше за ее мастер-класс, за то, что она дала возможность утилизировать все остатки. И получился такой очень прекрасный плед. Я его вязала до тех пор, пока не кончились все нитки. Получился яркий, мягкий, потому что пряжа была в основном такая хорошая, мягкая. И очень приятно им пользоваться. Так что, если у вас накопились остатки, смело вяжите этим узором. Спасибо большое за просмотр.